Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать в мой влог. Так, ну что, девочки, сейчас покажу, что я тут в Энканто. Но прежде я была в спортмастере. И мужу купила вот такую вот пару носочков. Едем мы, в общем-то, на марафон с ним. Там надо носки. Вот. А себе. Ну, вы знаете, как я... люблю купальники Энканто и вообще белье люблю Энканто, что и покупаю, и в общем-то в этот раз решила взять бирюзовый купальник. Там вышла новая коллекция, это из предыдущей коллекции, у меня есть такой рубчик красный, синий, и вот это новая коллекция. Я померила два цвета: черный гладкий и сиреневый, такой бледно, какой-то сиреневый, тоже гладкий купальник. Именно вот в такой форме. Мне нравится форма такая бюстгальтера. Ну ладно бы еще бы это, но мне там не понравилась застежка. Там застежка совсем как бы другого плана. Ну, в общем-то, она меня не устроила. И все. Так, ну что, а я еще сейчас от компании Тиандэ в прямом эфире выиграла 5000 рублей. Вот, конечно, хотелось больше, потому что там подарки 5, 10, мне кажется, 25 и 50 тысяч рублей. Вот, но выиграла 5 тысяч рублей. Так что, собственно говоря, отличные новости. Так, что еще на Валбересе было? Забрала вот такие вот метафорические карты с подсказками на каждый день, ответы души. У своей знакомой видела такие, в общем-то, карты. Мне понравились. Задаешь вопрос, вытягиваешь... карту, вот такая вот обложка у колоды, и здесь вот такие вот ответы. В общем-то, давайте что-нибудь как раз для ознакомления с колодой познакомимся и что-нибудь вытянем. Все загадали, кого что интересует, какие-то подсказки ангелов-хранителей или что, в общем-то, актуально на данный момент. Ну, в общем, я вытяну, что для меня будет актуально на данный момент. Баланс. Значит, в жизни важно сохранять баланс. Перекос энергии в одну из сторон создает дисбаланс в других направлениях. На какие сферы и вопросы ты давно не обращаешь внимания, какие твои потребности подавлялись и игнорировались. В общем, есть над чем подумать. Вот. Как мы вообще, может, карты будем вытаскивать иногда? Вот, давайте, кому еще вытащить? Хотите? Давайте. Ну, давайте нам, что там ангелы-хранители нам хотят сказать важное. Я есть. Тебе не нужно ничего доказывать. Тебе не нужно ничему соответствовать. Тебе не нужно быть хорошим для кого-либо. Завышение требования к себе создают тревогу в душе и мешают слышать себя. К тому же, многое от тебя начинают требовать люди вокруг и ситуация, как отражение твоего отношения к себе. Выбирая быть настоящим счастливым, а не тем, кем якобы должен быть. Так, что я еще сделала? Взяла помидоры в магазине свежие. Потом мясо. Господи, колбаса, мясо, рубки. Санта-Бремер Антарктик Криль. Огурцы взяла. И яблоки взяла. В общем, это тот случай, когда ты второй раз за день в одном и том же магазине. С утра я была здесь, покупала Максиму носки. А сейчас мне Настя говорит: поехали в спортмастер. Посмотрим кроссовки. Смазочненькие.
Вот, так что второй раз за день я в спортмастере. Смотрим, что тут интересного. Выбирает. Нужный размер. Ну, белых нет моего размера. Да? Вот эти. Эти надо чуть больше вложить. Я их поверни с вами. А на с другой стороны. Да, это не туфли. В общем, Настя вот эти вот решила брать термиты. Те оранжевенькие, светло-оранжевые с белым. Сказала, что можно шмотки, если что, на белый поменять, если там платье будет одевать. Что-то еще не ходить теперь? Наверное, я не знаю. Нам продавец никто не подходил, нас никто не обслуживал. Слава богу. Так, берем это. Друзья, мы тут с мамой в автомастерских. Мам тут машинку оставляла, в общем, приехали забирать. Вот. Не знаю, зачем туда заезжает. Вот. Сейчас вам покажу реку Урал с этой стороны. Мост Казачья переправа. Что-то мы с вами на другом берегу нашего города. Левый берег, правый берег. И, в общем-то, мосты. У нас река Урал, в отличие от Петербурга. Да, кто-то рыбачит. Мне кажется, она не поднялась, да? Об этом. Ну, там же плотина там. Ну, плотина, понятно, Магнитогорская. Ну, в общем, у нас сало, что если бы тут что-то это, то там бы вообще, наверное, да? Ну вот, так что такие вот дела, ветрено, но вроде как... Думаю, потому что на горе. Поедем. Отсюда на каждом месте. Вот моя красавица стоит. Да, все хорошо, все замечательно. Так, ну как я вам и обещала показать Урал, что тут видно, разделено... Косы, да? Да, косами, там еще трубы идут. Не знаю, вода, теплификация или что это идут поверх. Наверное. Да. Вот. Часть такая заросшая. А вот. Грязно, так подсыхает. Я в белых, кипель на белых кедах. В самый раз, как раз вот сюда. В кипель на белых кедах. В общем-то, да. Что у нас тут? Два пакета продуктовых покупочек. Хлеб взяла. Батон. Потом взяла такие блины с сгущенкой. Хлебцы ржаные. Янтарь сыр плавленый. Еще взяла хлебцы. Так, тоже для блинов. И котлетки. Дальше яйцо. Колбаска сервелат. Яблоки. Лечо. Сыр. Еще другую колбаску. Майонез провансаль. Так, это съем. Кетчуп томатный.
две коробки каши. Помидоры свежие. Апельсины. И огурцы свежие. Мы с вами в парке Притяжения. У Шаньки закончилась самоизоляция зимняя. Это у нас городской курорт Притяжения. И мы приехали тут. Смотрим, стоит Кубок Гагарина, за который наша команда хоккейная «Металлург» борется. Вышла в финал. И, в общем-то, видите, Кубок Гагарина стоит. Все с ним сфотографируются, желаю. Что? Как интересно. Шанюля. Чуть-чуть левее, да? Все чуть-чуть левее. Еще, еще, еще. Да, сейчас. Что, мы сфотографировались, да, Шанечка, с Кубком Гагарина. Ждем его в своем городе. В каком году он у нас был? Помнишь? Я тоже не помню. Ну вот, теперь мы, в общем, как хоккей идет, теперь по вечерам. Смотрим хоккей, болеем активно. Вот. Видите, как... Сегодня пошли гулять, а он тут в парке. Шань, ты мне сейчас все эти руки перецарапаешь. Что тебе не сидится, а? Висишь же просто, и на сумочке попой сидишь. У тебя подстраховка стопроцентная. Смотри, попа на сумочке, ты у меня прижатая. Я вся в твоей шерсти. Ой, Шаня, не делай так. Мне же больно. Мне же больно. Тут активно строится парк. Третья очередь будет, да, в этом году. Открытие третьей очереди. И вот здесь вот будут что? Какие-то павильоны, я поняла. Фонтан, павильоны. Потом какая-то хоккейная площадка будет. Третья у нас в городе. Прям потеплело очень резко сегодня. Первый раз вот так вот сегодня все разделись. Значит, зимой вот на этой горе, да, в снегу вся, мы с вами катались на лыжах. Тут у нас дорожка беговая, и рядом с вами. Шанечка тут идет, спортсменка. Максим уже убежал. Мы с ней пошли к озеру, смотреть на озеро. Есть. Вот. Скоро здесь так красиво будет, зелено красиво, все цветы расцветут. Шикарно. Может быть, дойдем сейчас до амфитеатра, до озера. Там дальше там у нас прокат около горы. Кстати, летом вот на этой горе можно кататься тоже на лыжах и на сноуборде. Да, там такое покрытие резиновое, которое позволяет это делать. Вот. Тут ледовый остров, тут желтый песочек, пляж. Здесь озера никогда не было. Это искусственно созданное. Сегодня забрала платье вечернее, которое купила, и комбинезон от портнихи. Она мне, значит, длину подрезала, стало прям хорошо под каблук. Так что довольная, дела сделаны. Скоро уже буду чемоданы собирать активно. Вот. Да, Санюлька? Посмотрим, как там с погодой будет. У нас вроде сейчас вот жара, потом по прогнозу снова будет прохладно.
хожу пока в поликлинику на лечение. Закончила 5 процедур магнита, лечила колено. Теперь у меня 5 процедур, значит, этого СМТ на спину. А потом, как приеду, кто куда, это записано еще на массаж. Буду на массаж ходить еще. Вот там еле идешь. Устала, что ли, уже? Кардио, да? Кардио, непривычное кардио где-то там за мной идет. Вот. Так что занимаюсь вопросами здоровья активно. Теперь я не бегаю, как вы видите. Хожу, это очень даже хорошо. Это меня радует. Вот, а то прям так грустно было. Так грустно было. Так колено болело, что прям так грустно было. Отопление у нас выключили, слава богу. Причем вчера. До этого не было так тепло. Это вот сегодня первый день вот так резко. Вчера выключили. Сегодня обуваюсь выходить. И у соседки были слесаря. Я говорю, здравствуйте. Я говорю, что, отопление выключили? Да, вчера выключили. Я говорю, ну слава богу. Хоть платеж за квартплату будет поменьше. Вот. Ну сколько можно уже обогревать нас? Пора уже выключать. Смотрите, пришли в другую часть парка. Вот эта пикниковая зона. Вот так смотрится. Там вот. Ань, ты чего не идешь? Пошли. Все, видите, встала, не идет. Там такой мостик. С него красивые виды. Горки приблизились мы с вами. Видите, цветные это вот есть. Там подъемники работают. Подъемники такого плана, встаешь и на него и едешь. И вот та еще зона, где на плюшках. Тоже там. Вот здесь под мостом вода переливается из одного отсека в другой. Но сейчас, сами понимаете, после зимы все наводит порядок. Вот. С вами догуляли до зоны аттракционов. Там дальше касса и разные детские аттракционы. Качели, горки, что-то там. Друзья, я вам забыла сказать. Мы едем в Сибай. Вот, это у нас... Ты рано спойлер делаешь. Почему? Когда это еще видео выйдет, когда они его увидят? Вот. Почти. В общем, мы едем в город Сибай. Республика Башкортостан. Но это не туда, куда я собираюсь собирать позже чемоданы. Это еще будет у нас поездка перед другой поездкой. Я что-то вам забыла даже про это рассказать. Максим, в общем-то, участвует в полумарафоне. Ну, полумарафон называется мероприятие. Ага. А обязательно будет 5 километров. Вот. И мы едем, в общем, в город Сибай. Он там побегает. Я погуляю, поболею за него. Сказал, заберу медаль и поеду домой. Будет находиться... Где это там? Как называется? Не только что сказала. МФК тут... Зауралье. Многофункциональный комплекс. Там заявлены певцы, кто-то там еще. Никита Малинин приедет. Ну, я не знаю, у нас по времени... А, Сергей Листопад еще будет. Да? Его многие знают, кстати. У нас по времени ограничено, потому что нам нужно туда уехать, в этот город, потом вернуться. Вот. Еще на работу идти. Еще на работу успеть. В общем, короче, смотаться в другую другой город, в соседнюю республику из нашей Челябинской области. И вернуться домой и еще на работу успеть. Планы грандиозные, все успеть за один день. Вот. Так что вот. Так что гуляем. Шанечка уже, видите, как гуляет?
У нее прогулки такие, она уже, мне кажется, глаза призакрывает, уже подзасыпает. Повлезла маленько, сейчас будет гулять, витамин D, ей шортка вся обрастет, как обычно. Самоизоляция закончилась, Санюль. В общем, погода отличная. И это у нас только апрель. Вообще красота. Какое число сегодня? 19-е, да? Да. Спасибо, что вы этот день провели вместе со мной. Я обнимаю вас очень крепко, целую, говорю вам всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.